знаменитый в Дубае Global Village, жемчужины мировой архитектуры, выстроены как на показ. Представленные страны демонстрируют культуру и традиции своего народа. Вот уж воистину есть на что посмотреть. Шоколадная фабрика.
увидела совершенству и разнообразию представленных идей. Центр внешкольного образования AIST в Арабских Эмиратах на особом счету. Всего 4 года и невероятные творческие успехи и народное признание. И в связи со всеобщим праздником особые, очень приятные хлопоты. С Алиной Гилмановой посетите школу AIST именно с этой целью. И я уверяю вас, вы будете приятно удивлены. От этого директора, скажу я вам, невозможно отвести взгляд. Вот уж где редкое соответствие всех составляющих успешной жизни. Вам нравится школа AIST? Да. А что вы тут, чему вы тут научились? Мы учимся петь. И мы танцуем. Да? Мы еще учимся актерскому. Да. А цветы как называются твои? Гиацинты? Они пахнут вкусно, да? Гиацинты и розы. Кому вы хотите их подарить? Али Рафаэль. Что именно ей хочется доверить воспитание и образование любимых детей. Как не захлебнуться в море собственных амбиций? Как не переоценить свой творческий потенциал? Как при этом не потерять уверенность в своей профессиональной интуиции? Life is good. Жизнь удалась. Как часто мы можем сказать себе эту фразу? Сегодня для меня особый день, потому что эти прекрасные слова я с гордостью говорю сама себе. Life is good. А вы, спасибо вам большое за внимание, являетесь этому лучшими свидетелями.